52-летняя певица Валерия стала бабушкой. Внучку артистки родила жена ее младшего сына Арсения, Шульгина Лиана. Счастливые родители выбрали для девочки очень необычное имя. Его уже рассекретила новоиспеченная мама. Лиана пришла в себя после родов и опубликовала в Инстаграме пост, посвященный малышке. Девочку назвали Селин. К посту она приложила несколько снимков из роддома. На кадрах Лиана обнимает мужа, а он заботливо держит новорожденную. Молодая мама выглядит уставшей, но очень счастливой. Поклонники пары пришли в восторг от имени девочки. Напомним, дочь 22-летнего сына певицы Валерии появилась на свет 1 января. Арсений присутствовал на родах и поддерживал жену. Арсений Шульгин сделал предложение своей избраннице только летом, хотя встречался он с Лианой Волковой довольно долго. Уже в августе они сыграли свадьбу. На фото с торжества народ рассмотрел округлившийся животик невесты. Молодожены не стали скрывать свое интересное положение и официально объявили, что ожидают прибавления. Арсений даже рассказал в соцсети, что у них с Лианой будет девочка.